Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 3 сентября. И я, Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет Сергею и Дымчику. По республике местами небольшие дожди. Днем по юго-западным районам грозы и ливни. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 3-8, днем плюс 16-21. По центральным районам ночью плюс 11, днем плюс 24. По южным районам ночью плюс 8-13, в горах юго-запада плюс 3-8. Днем плюс 21-26, по юго-западу при дожде до плюс 20. В столице Бурятии без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 11, максимальная днем плюс 24. Атмосферное давление ночью существенно не изменится и составит 717 миллиметров ртутного столба. Днем будет слабо падать до 715. Впервые обезболивающий в процессе родов было применено в 1847 году. За это надо сказать спасибо доктору из Шотландии Джону Симпсону, который обнаружил анестетический эффект хлороформа. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Одна из рожениц была так впечатлена безболезненностью процесса, что назвала свою новорожденную девочку анестезия.